Здоровья, друзья! Этот ролик у нас о кошках. О тех, кого мы вообще не замечаем. Но почти всем нравится, как они поют. Когда тарахтят спокойно, нежно, тихо. Кошка – удивительное существо. А еще удивительно то, что она своенравна и сама себе на уме. Но если кошка подарила вам свою любовь, она будет предана до конца. Они умеют жалеть. Они умеют сострадать. Кошки любят нас так же, как собаки. Только выражают это по-своему. И не для каждого. Кошка – удивительное существо. И знаете, ребят, когда над ними издеваются, над маленькими, ведь это просто маленькое, крошечное существо. И как поднимается рука. Хочется вот таким уродом просто сказать: выйди в лес, подними медведя и поборись с ним, если ты такой храбрый, если тебе злобу свою девать некуда. Найди себе достойного противника. Что ж ты желчь свою изливаешь на тех, кто слабее тебя? И сколько таких духовных уродов ходит рядом с нами, улыбаются, а в душе одна гниль. Таких много, друзья. А своим равнодушием мы словно им даем зеленый свет. Да, мы то же самое делаете. Можно я попробую? Понятно, для меня легко делать все. Ребенок мучает птицу, мы отворачиваемся. Внук отрывает бабочке крылышки, мы улыбаемся. А ведь от нас с вами зависит, каким вырастет наше поколение, какими будут наши дети, каким будет мир, в который мы их призвали. И хочется, чтобы этот мир был для них добрым. Посмотрите на вот этих кошечек. Ударит две пули в позвоночнике. Айку выбросили. Просто выбросили. Ласковую, добрую кошечку. Ее просто выбросили в подъезд, где она мяукала и прижималась к дверям. Рози, ее передавили дверью и, не оказав помощи, уехали в отпуск. А вернувшись, принесли кошку и сказали: усыпляйте. И вот больше 4 месяцев кошечка с нами. И она начала ходить. А еще, друзья, страшно другое, когда породистым, красивым кошкам и котам вырывают когти, обрекая их сначала на мучение, потому что любой из вас знает, какая боль, если поранить коготь, поранить ноготь, нервные окончания –
на каждом пальчике. А мы жестоко отсекаем их, чтобы сберечь мебель. Да нахрена тогда вообще эти люди заводят кошку, если им жалко мебель? Купите себе игрушку и бросьте ее на диван. И это не предел. Наигравшись, такую кошку выбрасывают на улицу. На улицу, ребят, без когтей. Вот такую мягкую, живую игрушку выкидывают молча, не представляя, как она будет жить. Этот ролик о кошках. Мы недавно сдали всем кошкам анализы, вернее, части кошек анализы, чипировали, потому что это очень дорого. Но делать это необходимо. И это правильно. Так должно быть. К сожалению, у нас не хватает финансов довести это до ума. Сейчас у нас еще больше, ребята, и еще страшнее. Корма осталось совсем немного. Стерилизации мы тоже не можем сделать, так как у нас нет финансов, чтобы оплатить врачей. Да, для кого-то мои слова просто слова. Но за этими словами жизнь 2000 животных. И я просто прошу вас, услышьте, пожалуйста, нас. Услышьте и помогите решить наши проблемы хоть немного. Потому что эти приюты – это боль нашей страны. А мы живем в этой стране. И я прошу вас, отзовитесь, пожалуйста.